Упражнение 186. Опять мы изучаем игрушки, аттракционы. Аттракционы для развлечения. Ну, это типичная функция удивления, про которую вы уже кое-что знаете, если вы прочитали все те статьи, имеющиеся в наших учебных материалах. Но, тем не менее, шары на воде для того, чтобы развлекать маленьких детей, и шары, и цилиндры, они успешно продаются. Надеюсь, что вы их тоже встречали вживую. Необходимо в упражнении номер один определить все приемы, которые вы здесь обнаружите. В упражнении номер два нужно назвать все функции, и вы уже имеете определенный опыт транскрибирования функции удивления. В упражнении номер три нужно назвать все ресурсы, которые были использованы для того, чтобы создать изучаемое изобретение. И в упражнении номер 4 нужно назвать те недостатки, которые вызвали к жизни изучаемое нами изобретение.